Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про очень крутой гитарный процессор от компании Aurora DSP под названием Rina. У данной компании есть огромное количество классных плагинов для обработки гитар, бас-гитар и так далее. Также у них есть бесплатные плагины, настоятельно советую посмотреть. Но сегодня мы поговорим про очень крутой гитарный процессор, с помощью которого вы можете решать огромное количество задач. Давайте разберем органы управления и вначале посмотрим, что же оно из себя представляет. Сам инструмент состоит из нескольких блоков. Сверху у нас находится параметр About, нажимая на который мы получаем информацию о самом плагине. Нажимая на мануал, у нас открывается мануал, лицензия. Нажимая сюда, мы открываем меню пресетов. Здесь представлены пресеты от компании Aurora DSP. Также представлена Signature коллекция пресетов. Дальше сохранение пресетов. В правом углу у нас параметр, нажимая на который у нас меняется цвет отображения плагина. Вот такой светлый, либо темный. А также тюнер, которую можно замутировать и просто настраивать гитару. Давайте разберем по очереди блоки. Первый блок — это блок регулировки входного сигнала, фильтрации самого звука и настройки гейта. Здесь мы можем регулировать уровень входной громкости, сделать побольше, поменьше, сделать фильтрацию. Также можем нажать сюда и зайти в более мануальный режим настройки, где мы можем регулировать крутизну среза самого фильтра, режим настройки самого гейта, атаку, релиз гейта. Можно мануальным образом настроить гейт. Кстати, очень крутой гейт здесь устроен. Следующий блок — это блок преампа. Представлено 5 моделей амплифайеров. В каждой модели у нас существует трехполосная регулировка частотного спектра, параметр Drive, а также, нажимая на этот параметр, у нас увеличивается блок и открывается большое меню для мануальной настройки всех эффектных блоков. Можно сделать Dry and Wet, подмешивать, Scream эффект, Brute. Эффект фуз. Пуш. Это что-то похожее на параллельную компрессию, можно подмешивать сигнал. Можно добавить чуть-чуть яркости тона. Расслабим гейт. Без блока прем. И с ним. Можно сделать фильтрацию высоких частот, низких частот. Здесь существует эквалайзер, с помощью которого можно сделать эквализацию самого тембра. Нажимая сюда, опять же, выпадает мануальное меню. Можно вырезать ненужные низкие частоты, ненужные высокие частоты.
Также в самом блоке эквализации представлен блок матчинг-тона. Что это такое? Это матчинг EQ, с помощью которого вы можете снимать спектр с другой гитарной партии. Иными словами говоря, в этом блоке, когда вы включаете матчинг-тон, вы можете сканировать входящий сигнал другой референс гитарной партии и уже с помощью матчинга применить на ваш спектр. Это реально очень классный блок, возможно, поможет вам добиться какого-то суперкрутого звучания, когда у вас есть конкретный референс гитарные треки, и вы хотите приблизиться к таким результатам. Следующий блок — это блок кабинетов. И здесь представлена очень хитрая и классная система импульсного респонса. В данном случае здесь у нас более такой basic режим отображения. Нажимая сюда, у нас выпадает вот такое большое меню. И здесь давайте чуть-чуть более подробно рассмотрим, как вообще устроена система кабинетов. Изначально представлены различные вариации кабинетов. Вот, например, снизу мы выбираем категорию. Вот с помощью вот этой точки мы можем перемещать сам эффект. Мы можем сделать просто наклон эффекта, например, в сторону четвертого импульса, либо сделать в середине первого и четвертого, подмешивать и таким образом получить интересный характер. Это то, что нам предлагает разработчик. Также здесь с помощью drag and drop можно добавить свои собственные импульсы и запускать через свои импульсы ваш звук. Получается вот такой характер. Здесь есть дополнительные параметры, с помощью которых можно еще сделать коррекцию самого тембра дополнительно. И по итогу можно получить вот такой результат. Сами эффекты состоят из двух блоков — модуляционные эффекты и временные эффекты — Time Fix. Давайте начнем с модуляционных эффектов. Представлено три модуляционных эффекта — Flanger, Chorus и Phaser. Включаем данный блок, заходим в мануальный режим, и в каждом блоке мы можем настраивать индивидуально параметры для Flanger, Chorus и Phaser. Подмешиваем сигналу. И можем настраивать эффект Flanger. Либо Chorus. Либо фейзер. Без и с ним. Временной блок обработки Time Fix разделяется на два главных эффекта — дилей и реверберация. И каждый из них разделяется на две категории. Например, в случае дилея у нас есть блок эхо, есть блок классического дилея со своими алгоритмами. Обычный повтор. Слэпбэк. Пинг-понг. Два блока еще и существуют блоки реверберации. Обычный классический ревер. Сайз. Демпинг, расширение, а также блок конволюционной реверберации. По умолчанию представляется вот такой набор импульсов, но вы можете нажать на плюсик и добавить свои кастомные импульсы сюда. Единственная проблема конволюционной реверберации состоит в том, что тот импульс, который вы загружаете, работает именно в этих параметрах. Здесь нету мануального управления данного блока, и это, возможно, как-то будет ограничивать ваши возможности. Ну и самый последний блок — это блок мастер-выхода, нажимая на который у нас открывается вот такое меню. Здесь у нас два блока Tight — это подмешивание такого мультибенд-компрессора, который можно отдельно включить для стабилизации звука, а также финального лимитера с возможностью управления релиза. Ну, конечно же, еще и существует мастер-выход. Более характерный такой получается звук с помощью мультибенда. Ну, еще и лимитер для стабилизации саунда. Ну и в центре самого плагина находится вот такой значок. Когда мы крутим ползунок, то у нас появляется вот такой очень интересный гитарный эффект.
характером октавера и может дать в каких-то случаях плотности. Без и с ним. В миксе. В самом плагине представлен неплохой набор пресетов, с которых вы можете уже начинать ваши заготовочки. По характеру можно сказать, что этот плагин реально звучит очень круто, и с помощью него можно получить достаточной плотности. Давайте сейчас еще посмотрим обработку на соло-гитарной партии. Ну, например, вот такой пресет. Сделаем поярче. Включим режим фуз. И добавим вот этот интересный спецэффект октавера. Звучит просто потрясающим образом, и с помощью данного плагина можно полноценно получить гитарное звучание. Представлен классный блок амплифайеров, с помощью которого можно греть, перегружать сигнал. Очень классная интеграция блока импульсных кабинетов. Блок пространственных эффектов обработки, модуляционных эффектов. Это хорус, фленджер, реверберация, дилей. И по сути здесь все есть для того, чтобы получить полноценный звук. Это реально очень годный и классный процессор. Ну и самый главный плюс — это его цена. Если сравнивать с другими конкурентами, с различными брендами, компаниями, то цена данного плагина реально очень такая лояльная. И за такую цену мы реально получаем очень крутой конкурентоспособный инструмент, который гораздо звучит лучше, чем некоторые гитарные процессоры, которые стоят $300, $400 и так далее. Также не забываем подписаться на мой Boosty канал, в котором вы можете найти полезные статьи, видеоуроки, видеокурсы и так далее. До новых всем видеоуроков. Всем пока.